объясню это звание, я открываю его на самом деле. Так что не скажешь, что я сервер, пока мы не выиграем. Поэтому ты специально не будешь выигрывать? Я всегда побеждаю, брат, я помню. Ты был не в курсе насчет этого? Вот теперь ты знаешь. 12 лет я не был в курсе, да? Да. Нет, первый год ты был в курсе, она же с тобой винрейт положительный. В доте. А звание положительное? А, почти, почти. Мне наушники так сильно запутались. Я вроде их не так давно взял, а они запутались, как будто я уже год ими пользуюсь. Там они помнутся, и ты не будешь слышать звук. Да, сейчас теперь. Я не хочу принимать эту катку. Брат, я убил, значит я побеждаю. Через себя звуки начинаю слышать. Стоит ли мне задуматься, что этот микрофон не там, где подключен? Нет, он сзади подключен. Опа. Их нажал, убил. Все, видишь, брат. На этом мы и быстро закончим. Эмочка. Слышал, как тебя убили. Всем фрагов подряд. Что-то я разогнался.
9 фраунд появится. Мы экономишь и все. Чего, брат? Не, 9 фрагов подряд сделал. Мне кажется, мы не начнемся никак. Понимаешь? Ночью тут. Потом нет. Я все вижу, брат. Матч начнется. А, ну ладно. Видишь, я бесстрашный. Олег целыми днями спит. Мы с Олегом пошли. Катка у нас 100% выигрышная была. Нет, даже атакующих. Решение немного зависело. Лихие в итоге у него свет отрубили. Я знаю. Читал. Да. Слышь ты. Лихие лидер. Ладно. Нам попались в основном тоже самое. Ого, и правда. А зачем ты запоминаешь ники? Человеку фаму сдали, а мне глох. Но это равноправильный лайк. Я размялся. Ну почти доел, кстати. Хотя бы интернет есть у Олега? Интернет? Ну, есть только мобильный. Старлинг сейчас едет. И потерял, что он не бит. Все, ничего, сыр обороны.
Работает только на картах, где узкие помещения, да. Так это узкие помещения. Пойдем со мной. Я тебе такое покажу, как такое. Это узкие помещения, кстати. Пойдем, 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 пойдем. Такой шепти, шепти, так. Проходим, проходим мимо, да. Смотришь в окошечко, окошечки никого нет. Значит, можем вот сюда походить спокойно. Я тут струк. Сколько, сколько? Смотрю, ассиста нет на себе. Фраза сделал с двумя пистолетиками. И там Даглас. Я, по-моему, пушечным мясом. Это ты в своем будущем будешь? Да, все так. На войне. Я прикрываю и ты убиваешь. Доверие самое важное. Убийство врагов? Да. Справляешься убивать врагов. Видишь, у меня 2 очка есть, значит, апреет. Ага, 2 очка у него. Да. Ай. Наши друзья
Перестаешь быть друзьями, брат. Да. Не убил синего. Ты садись впереди. Брат, да, молодец, да, добил. Ура! Его два ствола долбили. Здесь не рядом, брат. Не нравится эта идея. Брат твой выполнил задачу и умер. Тоже почти умер. Пойдем, брат, я за тобой, я с бомбой. Так ты же ответственный. Нет, 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 ты не успеешь. Фух, я упёрся ещё раз. Это была тройка. Зря я променял. Одна слова, он сейчас бы их обьет. Понял? Нет. Не было понять. Простите. Не отвечай в телегу. Не отвечай. Ну блин, надо, надо. Ну что, звук свой почти?
ГЛГС-а тоже не слушай. Ну блин. Это как в прошлые времена, никого не слушай, всех отключай. Не нравится его. Сделай так, чтобы не слышно было их. Я закрою рукой микрофончик, брат, ты поможешь? Не думаю. Откуда? Тебе нужно что-то купить. Сейчас куплю. Ой, это тоже не нужно. Краски потухнули, зря же его аурой. Ужас. Мы через тебя слышу команду, когда замучил. Ну блин, так надо. Да, бог. Я замучил. Микрофон свой починил. Таким образом. Ну, я могу старый врубить микрофон. Нормальный купить. Который не ветреный, который не искрит. Я два микрофона. Один ветреный, другой искрящий. Бьет все время током. Враги, не иди туда. Не иди туда. Ладно. Уже пушишь на мясо. Где вы сделали? ХП. Прям покажи, что на мету находит.
направо зайдем. Ладно, направо как будет. Пойду, бом, бимбу заминирую. Брат, я заминировал эту бимбу. Чуть не помер на неё. Правосыдал меня. Ух, я какой молодец. Надо еще два раза полосировать. Ну, одного вроде хватит. Вроде пойдет три, надо было смерть. Ну да. Ну, это случайно. Да. О, бимба. Нихуя себе, блядь. Позицию. Там тебя с дробовика выше был. Не говори такого. Нет, дробовик. Там дробовик мэн. Угу. Что мы делаем? Что-то ко мне вышел. Очень жесткий. Был. Я был один против всего мира. Ты поэтому ты вышел? Куда ты вышел, брат? Куда я вышел? У меня написано, что ты вышел. Да, я вышел. Соединение прерванский. Симба, ну ты просто. Да, последний рейс какой-то новый режим, там все заходят. Флешбэк! Симба! Я подправляю этот скин. Ты тоже защита. Негатив. Чувствую неуверенность. Пойдем, будем уверены, брат. Че, кикнул, пойдем, брат. Че? Никогда не узнаешь, что я нажал. Наверное, он нажал нет, а один из них это писал. Да, это я. Мне кажется, мне нравится мой один кек. Что? Я не заметил. Не смотри. Что ты там про гиберспот говорил? Уже почти не он. Произошел убийство. Хорошо. Че, это же был последний раунд, а я, брат, не сказал, что писать попал. Эстерей. Надеюсь, ты закупился по полной. Да, у меня нолик был. Не вижу.
конечно ж, пойду на. Фиолетовый жопы. Я взял то самое легендарное оружие. Да, это именно он. А что поносить, смотри, как можно красивый. Зилюхай. Матрулить не хочет он. Почему, когда я наложу на тебя? Там что-то плохое. Я чую опасность. Мне ее взял, ты молодец. Можем обмениваться. Ой. Это мой новый друг. Понятно. Все же было понятно. Олег оценил твой счет. Олег оценил мой счет. Олег, не хочешь поделиться? Я сказал, что ты красавчик. Да.
Ой, это я убил через мох. Палец лечит, ты как думаешь? Ты хватил за них много? Брат, это мое второе убийство. Еще 6 урона нанес ему. Классная твоя печка бы. Да, а как же ты последнего сражаться? До последнего? Да. Ты не учили? Как я это делаю? Класса, no. Моему другому брату, потому что ты променял меня, я помню. Я хотя посмотрел в твою сторону, ты отвернулся от меня. Это не так работает! Что тебя окно сделало? И сам я так ночью. Так что удаляй свой часовой пояс. На бой никого. В этом пацаны ебашит. А на бой никого. А на А меня тоже подарочек. Yeah.
ты умер. Ну да, я попытался убить, не получилось. Это песня в честь себя. Это у тебя песня? Да, в честь тебя. А-а-а. Это слышишь, у меня песня. Глухой. Никто не пришел на бомбу. Короче, буду за ними наблюдать. Побеждаем, так благодаря мне, кстати. Что? Я говорю, побеждаем, благодаря мне. А с тобой выгодно повышать звезд. Твоя флешка. Пусть сейчас на тебя будет зависеть весь раунд. Напомни это. Минус в Удибой 79, брат. Там 12 хп. Моя математика точно верна. 10 хп. Как ты хорошо стреляешь. Спасибо. Саша, я его поменял на его. Зачем, Саша? Мне не понравилось. Что я хотел бы. Все убивают. Флешки. Рисует спрей. Скупится. Больше Зой? Да. Оранжевый лоу хпшный. Я убил того, кто на меня мучкался.
Приятно. Ты молодец. Знаешь, как что ты за мной ходишь, Сарочка? А ты меня позвал в этой игре. Покажи мне, что тут есть. Моё повышение должно было быть. Так она и будет. Не вижу, чтоб ты старался с ним. Нет, всегда стараюсь. Последний тебе оставим. Не, хорошо. Он тут? Это я последний. Даже не я. Никто по мне стреляешь. Я же друг. Нет, ты выстрелил на третьей пуле, но дома почему-то не прошел. Я слышал отчетливо это. Произошел грустное событие. А, последний раунд, пойти по полной, кстати. Она была наша. Да, ты так увидишь, наверное, мое звание. А я даже оба умагажусь. Ничего себе. Забудься, пока ты не видел. Так если ты забудешься, что же твое звание ниже. Так я потом не играл просто. Там желтый, кстати, с одним вам играет. Желтый взял ЛП. Ты комбочная, брат. Да. Ёбдись. Приходит. Ебра. Да. Так, видишь, одного. Минируешь и не смотришь. Меня пристрелили. Если бы он был на домашнем, был убил, кстати. Почему у тебя нет денег? Мы же выигрываем. Ты посмотри, у всех нет денег. Мы же выигрываем. Как так? Непонятное что. Нихуя тут. Прикрыл, брат. Там скопится где-то. Ой. Good. Я думал, что фиолетовый. И брод. Они все на базе, да? На миду. Миду. Один на миду, это точно был. Какой-то информации не было. Полный. Я бы не взял тебя на войну. Ну и я бы тебя взял. Дезинформатор. Что же надо взять Дигмана и все. Полный как брони. Я тоже хочу. Классный мид двое.
Леандр. Топ мид, точнее. Лоу, Андер, лоу, Минзи. А не бойтесь? А чё он там стоит, ждёт до последнего? Совсем ебанутый. Игра на выдержку, ты мне сам договорил. Я ждал его там с Зевсом. Я не понимаю! Смотри, у него там экшон на меду, там все файты. Он там ждёт чего-то. Это не очень понятно. Он подрубил. Да. Смотри, еще фраг делает, брат. Видимо, решил подрубить. Когда там у него все плохо стало. ХПшником оставил там кого-то. В жбан прописал, чисто в жбан. Что ж, это твой эйс, брат? О, видал одним патроном, брат. Я ему в жбан, брат, придумал. Не сейчас выполнил самое главное в последний момент играть. У меня есть про четвертый. Ого, зеленое яблоко. Ого, только еще и с вечером дали скины. Это вообще-то выгодно.